Владимир Винокур, известный юморист и артист, рассказал о странных и мистических явлениях, происходящих в его загородном доме. Это заявление вызвало настоящую волну обсуждений среди поклонников и журналистов. Перед тем, как продолжить видео, хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Спасибо за понимание! Винокур, который обычно славится своим жизнерадостным и прагматичным характером, на этот раз не смог скрыть волнение. По его словам, цепь необъяснимых событий заставляет его верить, что его дом проклят или подвергся воздействию неведомых сил. Эти слова прозвучали как гром среди ясного неба и мгновенно привлекли внимание общественности. История началась несколько месяцев назад, когда Винокур вместе с семьей переехал в свой новый загородный дом, расположенный в живописном месте на окраине Подмосковья. Дом стал настоящей гордостью артиста. Просторный, с огромным садом, бассейном и уютной гостиной, он идеально подходил для отдыха после напряженных гастролей. Однако вскоре после переезда семья начала замечать странности. На первый взгляд это были мелочи, неожиданно выключались или включали светильники, из комнаты доносили шорохи, хотя там никого не было. Однако со временем события приняли более серьезный оборот. Однажды ночью, когда все домочадцы уже спали, в доме внезапно сработала сигнализация. Владимир сначала решил, что это техническая неисправность, но, проверив дом, обнаружил, что в одной из комнат была сдвинута тяжелая мебель, хотя никто к ней не прикасался. С тех пор такие происшествия стали повторяться все чаще. Винокур решил установить камеры наблюдения, чтобы разобраться, что происходит, но и это не принесло успокоения. На записи было видно, как в пустых комнатах внезапно падают предметы или открываются шкафы, а иногда и вовсе появлялись неясные тени. Ситуация достигла апогея, когда однажды ночью Владимир услышал громкий стук, доносившийся из подвала. Сначала он подумал, что это ветер или животное, но, спустившись вниз, обнаружил, что пол был испещрен странными символами, словно выгравированными на камне. Винокур вызвал специалистов, чтобы выяснить, откуда могли взяться эти знаки. Однако эксперты лишь развели руками, символы выглядели так, словно были нанесены давным-давно, задолго до постройки дома. Семья начала все больше нервничать. По словам Владимира, его супруга стала жаловаться на плохие сны и постоянное ощущение тревоги. Даже гости, приходившие в дом, говорили, что чувствуют необъяснимую тяжесть или холод, хотя система отопления работала исправно. Сам артист признается, что долго не хотел верить в мистику, списывая все на совпадение или технический сбой. Но после одного случая он изменил свое мнение. Однажды вечером, когда Винокур готовился к важному интервью, в его кабинете внезапно потух свет. Пока он пытался разобраться, что случилось, на столе загорелась свеча, которую он давно не использовал. Это было настолько неожиданно и странно, что Владимир даже позвал жену, чтобы она тоже увидела происходящее. Вскоре после этого он решил обратиться за помощью к специалистам по паранормальным явлениям. Исследователи, приглашенные в дом, подтвердили, что в нем действительно наблюдается нечто необычное. По их словам, дом может быть связан с каким-то старым событием или иметь особую энергетику. Они провели серию обрядов, чтобы очистить пространство, но заверили, что этого может быть недостаточно, если источник проблемы глубже. После этого семья решила провести собственное расследование истории дома. Выяснилось, что земля, на которой построен дом, ранее принадлежала старинной усадьбе, сгоревшей в начале 20 века. Легенда гласит, что в усадьбе проживала семья, члены которой при загадочных обстоятельствах пропали без вести. Местные жители утверждают, что это место с тех пор пользуется дурной славой. Однако все эти слухи, по мнению Винокура, лишь добавляют тревоги, но не дают ответов. Артист признается, что теперь он всерьез задумался о продаже дома. Однако он также обеспокоен тем, что эти события могут повлиять на нового владельца. Владимир сказал, что хочет разобраться в ситуации до конца, чтобы не оставлять проблему нерешенной. Винокур также добавил, что планирует пригласить священника для освящения дома, надеясь, что это поможет вернуть спокойствие в его жизнь. Несмотря на все трудности, Винокур старается сохранять чувство юмора. В своих последних интервью он шутит, что если дом и правда проклят, то он может использовать этот факт для нового юмористического номера. Однако видно, что ситуация дается ему нелегко.
Поклонники артиста выражают поддержку, а коллеги по сцене предлагают свою помощь. Многие из них вспоминают случаи, когда они тоже сталкивались с необъяснимыми явлениями, но предпочли о них не распространяться. История дома Владимира Винокура продолжает оставаться загадкой. Артист не исключает возможности обратиться к историкам, чтобы узнать больше о прошлом этого места. Он также планирует поделиться дальнейшими событиями, если произойдут новые случаи. Тем временем поклонники надеются, что эта история завершится благополучно, а Владимир и его семья смогут вновь обрести спокойствие. Также стало известно, что сегодня поклонников Анжелики Варум потрясла неожиданная новость. Певица внезапно отменила запланированное турне, вызвав бурю обсуждений в СМИ и социальных сетях. Причина такого решения официально не озвучена, но слухи о личных проблемах в семье артистки начали стремительно распространяться. Особое внимание привлекли изменения на ее странице в социальных сетях, где пользователи заметили, что певица удалила все совместные фотографии с мужем, известным музыкантом Леонидом Агутиным. Это вызвало волну спекуляций о возможном разладе в отношениях пары, которая долгие годы считалась одной из самых крепких и гармоничных в российском шоу-бизнесе. Объявление об отмене турне появилось на официальных аккаунтах Анжелики Варум рано утром. В коротком заявлении команда певицы сообщила, что все концерты в рамках гастрольного тура, который должен был охватить несколько крупных городов России и ближнего зарубежья, откладываются на неопределенный срок. Зрителям предложено сдать билеты или дождаться объявления новых дат. Представители Варум пояснили, что причиной отмены стали обстоятельства личного характера, без уточнения деталей. Такое объяснение лишь подогрело интерес публики, поскольку подобные заявления обычно сопровождают действительно серьезные проблемы. Слухи о том, что в семье Варум и Агутина возникли сложности, начали циркулировать еще несколько недель назад. Поклонники заметили, что в последние месяцы пара реже появляется вместе на светских мероприятиях и практически перестала выкладывать совместные фотографии в социальных сетях. Однако решающим сигналом для фанатов стало исчезновение из профиля Анжелики всех снимков, на которых она запечатлена с мужем. Эта деталь сразу же вызвала массу вопросов, ведь их совместные публикации всегда были наполнены теплотой и любовью, что делало их одной из самых любимых пар среди зрителей. Попытки журналистов связаться с представителями певицы, чтобы уточнить причину изменений в ее профиле, не увенчались успехом. Команда Варум заявила, что не будет комментировать ее личную жизнь, призвав уважать право артистки на приватность. Однако это лишь усилило спекуляции. В соцсетях начали появляться предположения о том, что причиной отмены турне могли стать проблемы в отношениях с Леонидом Агутиным. Некоторые пользователи высказывали мнение, что пара, возможно, переживает кризис, вызванный долгими годами совместной жизни и напряженным графиком работы. Леонид Агутин, в свою очередь, также никак не прокомментировал ситуацию. Его аккаунты в социальных сетях остаются активными, но никаких публикаций, связанных с Анжеликой, он не делал. Это лишь добавило масла в огонь, вызвав волну догадок о том, что музыкант предпочитает не привлекать внимание к семейным делам. Некоторые из его поклонников отмечали, что он продолжает работать над музыкальными проектами, что может свидетельствовать о том, что никаких серьезных проблем нет, а слухи преувеличены. Коллеги Анжелики Варум и Леонида Агутина по сцене также пока воздерживаются от комментариев. Некоторые из них выразили поддержку артистки, но предпочли не вдаваться в подробности. Один из близких друзей пары, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с журналистами отметил, что в их семье действительно могли возникнуть сложности, но призвал не делать поспешных выводов. По его словам, Варум и Агутин всегда старались решать свои проблемы внутри семьи, избегая излишнего внимания со стороны общественности. Ситуация с отменой турне Варум вызвала широкий резонанс в обществе. Поклонники делятся своими переживаниями в социальных сетях, обсуждая возможные причины происходящего. Многие выражают сожаление о том, что одна из самых ярких и стабильных пар российского шоу-бизнеса может столкнуться с трудностями. Некоторые пользователи высказывают мнение, что давление со стороны публики и медиа могло стать одной из причин кризиса в отношениях, если он действительно имеет место. Эксперты в области психологии и шоу-бизнеса указывают, что публичные пары, такие как Варум и Агутин, часто сталкиваются с трудностями, вызванными высокой степенью внимания к их личной жизни. По словам одного из специалистов, постоянное пребывание в центре внимания, совмещение работы и личной жизни, а также невозможность уединения могут стать серьезным испытанием даже для самых крепких отношений.
Однако эксперт также отметил, что отказ от публичности, как в случае с удалением фотографий, может быть способом защитить семью от излишнего давления и дать ей возможность восстановить баланс. Несмотря на сложившуюся ситуацию, поклонники продолжают надеяться, что Анжелика Варум скоро вернется на сцену и прояснит обстоятельства своего решения. Ее музыка и талант давно стали неотъемлемой частью российской культуры, и многие считают, что певица сможет преодолеть любые трудности. На данный момент остается только ожидать дальнейших новостей, которые помогут пролить свет на причины отмены турне и текущую ситуацию в ее семье. Благодарим вас за то, что досмотрели это видео до конца. Хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Также, чтобы оставаться в курсе всех последних событий, жмите на колокольчик, так вы не пропустите следующие выпуски новостей.